Привет всем, мы покажем сегодня, как по судейнице можно за 2 часа сделать соленую капусту, вкусный салатик. Нам понадобится морковь и капуста, это всего 1 килограмм, 20 грамм соли или 2 чайных ложки с горкой, 3-4 лавровых листа, 5-7 горошин перца. Можно добавить укроп, семена или тмин, или другие приправы по вашему вкусу. У нас сегодня будет с укропом. Выкладываем все в одну чашку. Соль, специи. Добавляем 50 мл горячей воды и хорошо перемешиваем капусту, мнем ее руками. Мы хорошо перемешали и помяли капусту. Теперь будем перекладывать в нашу емкость 3 литра. Берем вакуумную крышку, прижимаем стрелочки напротив друг друга. Скручиваем насадку, которая с острым носиком, и ставим на центр, на клапан и выкачиваем воздух. Насос перестал качать, мы весь воздух выкачали и закрываем крышечку. Мы переводим стрелку на закрытый замок. Теперь на 1 час мы убираем в сторону, в теплое место, при комнатной температуре час будет стоять. Прошло время, открываем крышку, стрелочку поворачиваем на открытый замок. Открываем, добавляем 1 чайную ложечку уксуса, можно чуть-чуть меньше, я добавлю пол чайной ложечки и хорошо перемешиваем. Мы хорошо перемешали, теперь опять надеваем крышку, стрелочка напротив ФАУ. Выкачиваем воздух. Прибор остановился. Опять закрываем на закрытый замок и даем еще постоять 1 час. Через час капуста будет готова. Эту капусту можно кушать как салат, добавив масло и лук, или сделать винегрет. Очень вкусная капуста.